Мэр столицы Иван Чабан обсудил с министром финансов Сергеем Пушкуцей реализацию проекта «Твердые отходы Кишинева». На деньги двух европейских банков и муниципального бюджета планируют провести рекультивацию временного полигона для сбора мусора на Чиканах и переоборудовать Цинцаринский в соответствии с евростандартами. Кишиневские власти решили активно инвестировать в сферу переработки мусора. В частности, на деньги ЕБРР и Евроинвестбанка планируют перестроить мусорные полигоны, обеспечить сбор и очистку левигата, который в больших количествах образуется на свалках во время дождей и таяния снега. Кроме того, чтобы снизить нагрузку на полигоны, власти планируют переоборудовать станции сортировки мусора, добавить еще одну линию сортировки, которая будет принимать мусор на выходных. Сейчас все отходы, которые собирают в Кишиневе в субботу и воскресенье, отправляют сразу в Цинцарены без сортировки. Также по программе будут закуплены и новые машины для вывоза мусора. Иван Чабан отметил, что проект «Твердые отходы Кишинева» жизненно важный для столицы. Модернизация инфраструктуры по сбору, транспортировке и хранению мусора неизбежна, так как от этого напрямую зависит состояние окружающей среды, а значит здоровье нынешнего и будущего поколений. По общему плану финансирования на реализацию проекта направят 9 миллионов евро. Это кредит от ЕБРР. На эту же сумму будет заявлено от Евроинвестбанка и 5 миллионов евро грант от европейских партнеров. Кроме того, из бюджета Кишинева выделено почти 8 миллионов евро. Из них 1,5 миллиона уже инвестировали.